Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Так, мы в прямом эфире, друзья. Всем привет. Всем привет, друзья. Всем привет, как вас много. 100 человек, 150. 200. Так, что тут у нас? Здравствуйте. Ребята, мы в Грузии. Вот тут машины есть. Так, сейчас, секунду. Давай на ту сторону перейдем. Йоу, парни, всем привет. А девочки? И девчонки тоже. Девочки, я вам уже не дамся. Лакомый кусочек тут урвали. Короче, новости такие. Я, скорее всего, записываю последний эфир своей жизни, потому что я действительно умираю. Я сегодня страшно обгорел. Понимаете? У меня всегда была проблема с детства, что я рыжий, и у нас, у рыжих людей, отсутствует какая-то особая пигментация в коже, которая отвечает за загар. Вот, и я с детства все время обгорал. И последние несколько лет я не обгорал. И я почему-то подумал, что я стал бессмертным. Я стал взрослым, и я теперь не обгораю. И сегодня я пошел целенаправленно загорать. И теперь мне очень, очень сильно плохо. Вот, поэтому, скорее всего, я не доживу до завтрашнего утра. И трансляции от меня больше не будет. Так что давайте задавайте свои вопросы. Я на смертном одре буду предельно честен. Пацаны, я, понимаете, на мобильном интернете двигаюсь по улицам Тбилиси. Грузия охуенно, пишет доктор Кустиков. Доктор Кустиков, ты очень сильно прав. Нет, я нахожусь в Тбилиси. Вот, большую часть времени я провел в Тбилиси. Ну, за последнюю неделю. Ездил на гору Гватемалы, или как это называется? Гудаури. Гудаури. Там было очень красиво, никогда в жизни не видел такой красоты. Вот. О, рэпер Антоп предлагает совместную трансляцию. А как ее сделать, чел? Я просто не знаю. Там кнопочка рядом. Так. Зрители. О, сейчас будем сиять. О, написал фотографер. О, рыжий пидор. По-моему, это этот гандон, короче. Да, чувак, ты удалил все свои фотки с профиля. Думаешь, я тебя не помню? Я помню, какой ты говнюк. О, рэпер Антоп, привет! Бля, рэпер Антоп, ты лагаешь. О, блядь, ЖК, сука, все за семью. Ты умрешь за пиздеж. Это стрёмная смерть. Подожди, давай остановимся, я просто давай слышу. В дороге уйдем куда-нибудь. Да, давай. Что сейчас... Там, бро, ты что там в Тбилиси зафлексил, что ли, пиздец? Блядь, я реально, я обгорел, я умираю нахуй. Пацаны, а вы знаете, короче, вчера в Грузии легализовали эти, как косяки, короче. Ну, легализовали употребление марихуаны. Ты праздновал? А? Ты праздновал? Нет. Короче, я решил, что я не буду накуриваться в Грузии, потому что мне этого не нужно, я пью вино. Вот. Но вчера я шел по улице, там даже чувак курил косяк. Охуенно. А что, тебе даже на улице можно курить? Да, короче, единственное, что нельзя хранить, но курить можно, это как-то и странно. И можно с собой носить до 70 грамм. До 70 грамм, кто тебе сказал? Я читала сегодня. Нихуя себе, блядь. Пацаны, что, ярко сияем сегодня?
И батарейка садится. Давай тогда, бро. Рады тебя видеть. Бля, пацаны, скоро увидимся, реально. Я завтра уже буду в Питере. Будем флексить. Жикаджио, брат. Давай, когда мы будем песню про ебаных копов? Бля, давай в августе точно запишем. Совместный фичеринг. Вот трубку по телефону позвонить, кто-то сейчас смотрит. Да-да. Йоу, парни, так, ебать в Питере нельзя, да, йоу, лучше в Питере плюх ебать, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, так, 70 грамм, ха-ха-ха-ха, у меня грайндер отобрали, суки. Гриндер? Да, гриндер, наверное, нихера себе, ой, ебать, зошник. Привет, привет, Эдуард, ауе. Мне еще какие-то люди предлагают. Пацаны, понимаете, после того, как я провел совместную трансляцию с GoKill'ой, уже нужны как бы люди левела соответственного. Я не буду с какими-то ноунеймами там проводить трансляции. Я теперь зазнаюсь, наконец-таки. Я тоже теперь зазнаюсь. Теперь я взер на носик. Свой переломанный, блядь, носик. ЧСВшник. Да, и ЧСВшник. Всем похуй, когда батл. Да пошел ты. Ой, я, кстати, как будто даже вил такую. Лысая башка, да и пирожка. Эдишка, идем батл уже. Пацаны, батлы будут скоро в конце этого августа. Будем выкладывать первый батл с 40 BPM. Если вам интересно, нам же по-любому это интересно. Вот, батл будет самый охуенный первый. Потом будут по нисходящей. Но они тоже неплохие. Но там такие охуенные батлы были на отборе. Просто вообще пушка, реально. Все остальные турнирки сосут. Так, рыжий, я на сути наебала. Бля, чувак, реально, ты же добазаришься, серьезно. Это все шутки-шутки, но я же даже не буду смотреть на то, что ты отсталый аутист. Я ж тебя реально ебну. Думаешь, я не могу въебать? Да я хожу в качалку, чувак. Я могу, блядь, расхуячить любого. Ну, не любого, но того, кто слабее меня. Так, тебе ебало сломать надо. Салам от Казахстана. Салам, салам, пацаны, Казахстан. Казахстан тоже обязательно туда приедем. Так, ты чё, Фрел, какой конец августа, извинись, извините, пожалуйста. А, блин, слушайте, реально, сейчас это, 19 августа будет первый батл, вот такая тема. Будет клёвый батл, будет триумфальное возвращение с 40 BPM. Вот, парни, чё, как вам вообще, чё, как у вас там движ, как вы там живёте в России? Грузия норм качалки? Я не знаю, я здесь только бухаю и пью вино, ем хачапури. Когда домой, брат? Завтра, завтра уже приеду. Завтра это, когда? Это 1 августа, я уже буду в Питере. Салам Диме Дееву. Какой нахуй конец августа? Мы ждем. Пацаны, ну подождите, это 19 августа, это всего через 3 недели. Кукиша видел недавно. И чё, как он? Чё, как он там поживает? Знаем дату, пацаны. Здорово с Бурятии. Бурятия, салют. Салют этому, как его, Псайбою, салют Микси, салют там всяким тёлочкам из Бурятии. Ну, всякие бурятские шлюшки. Так, ну и замужние женщины, и целомудренные тоже всем привет. Так, вражки легализовали тоже. Салют с Чехова. Чехов, блядь, салют Чехов. Есть такой город, реально? Есть такой город. Так, что там по второму капу? Второй кап будет в начале сентября, уже буквально через неделю анонсируем. Там будет... Бля, чуваки, кстати, я хотел сказать то, что по интернету ходит какая-то утка. Якобы я хочу извиниться за первый отбор перед друзьями, ребятами, которые любят батл-рэп, и устроить кучу каких-то массовых охуенных мейн-эвентов в августе. Вот это, конечно, это все дезинформация. Наверное, меня неправильно поняли чуваки, которые распространяют эту инфу. Я просто сказал так, что на... Во-первых, я не хочу ни перед кем извиниться, потому что с моей стороны все охуенно. Я пиздатый организатор, я все сделал красиво в плане 140 BPM. Вот. Я хотел сказать то, что на втором отборе готовится, вот, блядь, сейчас должен подтвердиться, вот буквально завтра, вообще просто, ну, пиздец, жесткий мейн-эвент, прям, ну, разрыв, прям вообще, блядь, ну, вы реально охуеете. Вот будет один мейн-эвент на втором отборе, и он будет крутой. Вот, так же, как на первом отборе был вообще охуенный ивент No Name Amarul, вы, наверное, знаете, да, видели афишу. И это просто пушка батл, это вообще, я думаю, что войдет золотой фон в батл за 40 BPM. Вот. Вот такая вот хуйня. Не хочу я ни перед кем извиниться, и никаких мейн-эвентов я не буду делать. Потому что мейн-эвенты, по сути, свои сосуд. Если делать только разовые какие-то охуенные батлы, а так чисто, конечно, я топлю за турнирку, мне все-таки интересно
какая-то спортивная составляющая в этих батлах, потому что содержательная составляющая, ну, отходит уже на второй план. Ну, типа, батлы сами по себе. Батлы без... ради батлов. Да, батлы ради батлов, это уже неинтересно. Вот батлы ради, там, прохода по турнирке, хотя бы какая-то интрига есть. Мне кажется, лучше первого капа уже ничего не будет. Да, чувак, все будет, реально. Не последний день живем, отвечаю. Когда фига? Слушай, скоро, через неделю. Хороший прямой эфир, только дети наркотики не раздавай, пожалуйста. Да не, я вообще против наркотиков. Я просто фасую это дерьмо и раздаю это детям. Ну, а так вообще, конечно. Так, Эдик, скажи хуй. Нет, не буду. Телеграм-канал. Да, и телеграм-канал один распространяет какую-то реально левую хуйню. Мне очень нравится спойлерить там всякую хуйню и ботов. Лучше не подписывайтесь реально на всякие такие темы, чуваки. Я сам по себе знаю, что намного менее интереснее смотреть там футбольный матч, да, когда ты знаешь, кто победил. И также в батлах. Конечно, в батлах за батлами более интересно следить, чем за футболом вонючим. Вот. Сейчас сразу этих минус там тебе. Не, ну в плане, ну что там, парни гоняют мяч, это одно, а когда парни панчат и круто читают, это как бы важен процесс все равно. Но все-таки... все-таки, как ни крути, менее интересно. Менее интересно смотреть батлы, если ты знаешь наперед результат. Вот я поэтому считаю, что спойлеры — это говно и дизреспект всем, кто спойлерит. Нахуй их. Fuck you, bitches. Так, вы в Тбилиси? Да, мы в Тбилиси, йоу. Очнись, брат. Мы в Тбилиси, йоу, брат. О, Маринка. А чё, вот там давай вот это начало. А, кто там умер? Вот это начало. Забанить? Да. Скрывать прямой эфир от фотографии. Скрыть. И забанить его. И, блядь, вообще уничтожить его. Раздавить как букашку. Что думаешь, турнир КНБ? О, пушка. Так, Эдик, соседи, здоров тебе. Здорово, чуваки, соседи, вы здесь недалеко. Кто, по-твоему, мне фаворит на втором сезоне? Ну, пока рано еще говорить об этом. Да, нас потеряли, какое сообщение. Потому что еще второго отбора не было. Но я думаю, что фаворит все-таки кроется во втором отборе. Хотя на первом отборе тоже был чувак, который... Даже пару чуваков, которые прям задели за живое. Но не буду спойлерить. Говорят, Игорь Весна плакал на батле. Не, слушайте, не плакал. Это все дезинформация. Ничего не буду про это говорить. Батл выйдет, посмотрите. Блин, что-то про Игорь Весну... Как тебе Муфаса? Муфаса охуенно читает. Так, рост какой, брат? Помню, в одной трансляции чувак задонатил мне 5000, чтобы я сказал, то ли сколько мне лет, то ли какой рост. Вот, так что, если хочешь, чувак, шли деньги мне на карточку, меценат с бабками. Прибанк. Меценат с бабками, help me. Так, Эдик, ты Волки отписал куплет на альбом, а ты откуда знаешь? А, он же, да, чуваки, будет фичеринг с Ваней Петуниным. С первого отбора все батлы выйдут. Нет, не все, но выйдут самые пиздатые. У Кукилы тоже сейчас транса. Да, я сейчас видел, мы с ним совместно, кстати, проводили. Ладно, парни, мы тут на самом деле отвисаем с моими родственниками в рейсике. Вот. И нам уже пишут сообщение, куда мы пропали. Мы уже, короче, возвращаемся. Я же сказал то, что я обгорел, и я так сильно обгорел, то, что я, скорее всего, умру. Так что прощайте все, прощайте Дэн Чейни, прощайте Диму Мног, прощайте Батл Рэп, до свидания, Оксимирон, больше мы никогда не увидимся. Йоу, всех люблю, всем спасибо. Кило заебал, ты в баскет играть умеешь? Конечно, мэн, посмотри на этот значок, блять, я играю просто как Джордан, я сверху могу забить, мэн, слэм данк, знаешь, что такое? Вот я могу это сделать. Будет встреча с фанатами. Йоу, где? Джонни Ди, брат, салам из Бишкека. Джонни Ди. Брат, салам, салам. Дважды в день, да-да-да, Рацмин там разъебал. Джека лучший. Короче, всем OG, всем лайфстайл. Каждый день, дважды в день, в тот же день. Ну вы знаете, типа продолжение, да. На Новый год можно желать, типа, ну, что хотелось бы пожелать вам в этом уходящем 2018 году. Всем OG, всем лайфстайл, каждый день, дважды в день. Звучит как тост, да.
когда в Москву. Кстати, да, скоро в Москве, наверное, дадим какой-нибудь концертик. Прикольный. В конце сентября, чуваки. Балдаване, кстати, выдали не самый свой лучший батл. Да, они нормальный батл выдали. Они даже что-то там, что-то трещали про меня. Я, честно говоря, не смотрел. Я просто был там и помню, что я им говорил, типа, и помню вообще этот батл. А, мне понравилась этот, мне понравилась одна строчка. На сцене два типа, на сцене два типа, в прицеле хуета. Вот это смешно. На сцене два типа, в прицеле хуета. Что, ебать, конечно, Plats Black на бит залетел, да, каждый день. Да, он OG Karma, он же знал. Кстати, блядь, у Play Black, да, была OG Karma, вы видели, когда он, опять, когда он опять запизделся про этот, ну, что-то пиздел на OG Gang, у него он сразу задыхаться начал, типа, блядь, и забыл полтекста, поэтому пошел нахуй Реймин, блядь. Еще раз будешь пиздеть про OG, ты... Бля, чуваки, чё мы не сможем? Я не смогу сейчас, блядь, обратно поговорить с вами.